На расстоянии в 31 световой год от Земли астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету Вольф-1069b. Эта планета вращается в обитаемой зоне вокруг звезды Вольф-1069, которая является красным карликом. Это каменистая планета, и она на 8% больше Земли и на 26% тяжелее, а год на ней длится 15,5 земных дней. И самое интересное, что она находится в обитаемой зоне своей звезды, что предполагает наличие на ее поверхности жидкой воды. Скорее всего, что эта планета находится в приливном захвате, а это означает, что на одной стороне всегда день, а на другой ночь, и на ней нет смены цикла дня и ночи, как на Земле. Тем не менее, Вольф-1069b получает на 35% меньше энергии, чем Земля, а температура на поверхности планеты колеблется в пределах от минус 95 до плюс 13 градусов по Цельсию. Пока неизвестно, есть ли у этой планеты атмосфера, но если ее нет, то температура на ней не будет превышать минус 23 градуса. Но в любом случае, учитывая расстояние до планеты и ее базовые характеристики, Вольф-1069b будет одной из главных целей для телескопа Джеймс Уэбб.